Женихи Митч, Кейси и Джек. А невеста у нас Наталья. Добрый вечер, приходите. Наталья, 24 года. В очередной раз не смогла объяснить возлюбленному из Шотландии особенности русской культуры и поспешила разорвать отношения. Наталья учится в магистратуре, работает переводчиком, гордится тем, что самостоятельно выучила английский язык. Предупреждает, что раз в месяц отправляется за рубеж и раз в неделю обязательно гуляет по Красной площади. Признается, что часто поправляет прическу и три раза в день звонит маме. Наталья не обратит внимания на обладателя усов и не найдет общего языка с болельщиком канадской сборной по хоккею. Выйдет замуж за красноречивого иностранца с британским акцентом, рыжими волосами и саркастическим чувством юмора. Наташа, а вы где пытались познакомить своего возлюбленного с особенностями русской культуры? В Шотландии или в России? Если честно, игры проходили как и дома, так и в гостях. Тебе нравится Наталья? Да, конечно. Она очень красивая. Вот вы его приглашаете к себе в Россию. Знакомите, судя по всему, со своими родителями. Конечно, с мамой, верно. Угу. А где вы живете? Я живу в Москве. И это было очень-очень... Конечно. Стол? Да. Да, и я не думаю, что у нас с порога допрос, а все-таки сначала... Ах, вы плохо знаете мою маму. Мама, майор милиции. Милиция? Да. Все, мы попали. Она очень беспокоится обо мне, так как я младшая дочь, и поэтому, естественно, она хотела узнать человека, который... А что именно она хотела? Вот какие вопросы? Ну, 2-3. А почему? Почему его выбор пал на девушку из другой культуры? А как он планирует, как он видит дальнейшее развитие наших отношений? Ведь на тот момент я еще жила в России. Нет, это ничего страшного, я не беспокоюсь. Это интересно. А когда он вас встретил в Шотландии? Я знакомилась с его родителями, они живут в Глазго. Естественно, я подготовилась, я взяла самые яркие подарки из России. Я привезла матрешки, водку, шоколад. И его мама ответила... Икру. Конечно же, икру, простите, да, естественно. Его мама ответила неловкостью. Она смотрела, как я все ставлю это на стол, и я пыталась как-то вот представить это, как то, что я очень благодарна им за их гостеприимство, но она смотрела на меня неловко и говорила: «Наташ, ты знаешь, у нас в Шотландии можно купить водку и как бы икра». Да, у них это не принято. Ко мне в гости приехала оперная дива, мировая, подарила мне мыло. Красивенькое такое, вот в такой коробочке. Синенькое. Плохо моешься? Ну, подарила мыло. Поэтому это мы туда едем с чемоданами. Понимаете, еще думаем, не обидим ли мы, не слишком ли дешево, из последнего. Ну да, вот ей было неловко, и что? Ну, мы как-то замяли эту ситуацию, потому что она была рада со мной познакомиться, я была очень рада и очень впечатлена тем, что он решил... Вас таким же столом нарядным встретили? Нет, тут была история совершенно другая. Я, конечно же, он сам сразу провел параллель, и ему было неудобно несколько. Мы пришли садиться за обеденный стол, на столе стояло пюре картофельное, и какое-то блюдо, название которого до сих пор я не знаю, это будто бы бульон, в котором плавают нарезанные сосиски. И при всем уважении я даже пробовать и его все? Не... И все, да. А колбаса, сыр, нет, салатики? Нет, никаких нарезок, там, ни овощной тарелки, ничего. Там. Ничего. То есть и не то, чтобы я чего-то ожидала, но это просто было совсем по-другому. Ну, это тоже такая особенность, да. Потом в Шотландии вообще проблемы с национальной кухней. Праздничные блюда, это запеченное в желудке, по-моему, в овечьем мясо какое-то. Да, это... А, каша. Да, это я помню, в Шотландии ела, мне понравилось, но столько было виски, что, в общем-то, я бы съела и вот эту жидкость с сосисками за милую душу. Джек, она понравится твоей маме? Я думаю, да. Она очень красивая и очень умная, по-моему. Ну, на тот момент, знаете, на тот момент я думала, что хуже уже быть не может. Но потом вечером я пошла в душ, и после меня он должен был идти в душ, а он не идет. И я как-то вежливо стараюсь оформить этот вопрос, мол, милый, ты собираешься? А он говорит: «Наташа, ты знаешь, у нас лимит воды на каждый день». А он вас не предупредил? Нет, не предупредил. Естественно, я бы вела себя по-другому. А я вот, например, в гостинице в любой точке мира, я тоже к ним, к ательерам, не отношусь как к врагам. Я когда чищу зубы или намыливаюсь, я воду отключаю, и мои дети так делают.
И, в общем-то, я бы при всем своем желании, но не израсходовала столько воды, потому что в моем сознании все-таки, что мир один, земля маленькая, и не обязательно каждый день даже в пяти звездах менять полотенце и не выключать воду. А лимит воды? Лимит? Лимит. Все, 30 секунд, все, душ закончен. Да. Я не полоскалась там 2 часа, но я приняла душ. Они были бедные? Нет, они средний класс, конечно же. Я приняла душ, а потом как раз вот чистить зубы и умываться, и я столкнулась с тем, что 2 крана. Из одного течет холодная вода, из другого течет горячая вода. Но вы же вода. В Англии учились, там в, это норма. В Англии такого нет, в Лондоне такого нет, это вот больше Шотландия, Уэльс. Но вы просто не были, так сказать, в больших домах. Возможно. Где по сей день все это чтутся эти традиции, возможно. И там все время холодно. Ну, я думаю, вода это очень важно, если вам нужно душ. Я думаю, это правда. Я делаю душ каждый день 2 или 3 раз. Но опять же стоит отметить, что это не было все критичным. Это была просто какая-то разница в культурах, которую я принимала, которая мне даже казалась милой. Но не это же вас все-таки развело по разные стороны, не потому же вы с ним сейчас не вместе? Конечно же, это не из-за культуры. А это, из-за чего? Ну, например, я начала обращать внимание, что он стучит зубами о вилку, когда ест что-то. И я понимаю, что это не только появилось, но просто раньше я не замечала, и раньше мне было абсолютно все равно. Что значит стучит? Ну, когда ест, нет, когда ест, да, когда ест. Хорошие, здоровые зубы. Потому что у российских мужчин у всех пластмассовые коронки. Там захочешь, не постучишь, будет только глухой такой стон. А у них хорошие, здоровые, кальция полно. Ну, вот и стучит молодой, а молодые зубы. А в русских парнях что не устраивает? У меня были отношения с русскими молодыми людьми, и как-то это все не клеилось. А там, чем он лязгал ногтями по линолеуму? А вы знаете, там иногда, может быть, меня бросали. Нет, на ногах я имею в виду. Так, пойдет, бывало, водиться и спить на кухне. Класс, класс, класс. По линолеуму. Я сплю крепко, этого. Я не слышала. Не слышали, да? Угу. Вы прям сложная. Вы какая девушка? 24 года. Я думаю, она хорошая, интересная девушка. Неплохо. За кем пришли сегодня? О ком мечтаете? Мне бы хотелось мужа экспата. Кого? Мужа иностранца. А, но мне бы хотелось, чтобы он был знаком с российской культурой, с русской культурой. Мне бы хотелось, чтобы он прожил некоторое время на территории нашей страны. И мне бы хотелось, да, чтобы он в идеале разговаривал на русском, конечно же, тоже, чтобы вся моя семья могла с ним общаться. Она в то же время хочет, чтобы не было такого резкого перехода, так сказать. Она хочет, чтобы вот сочеталось 2 культуры, я так понимаю. А что у вас в приданном? А вот такие запросы у вас. А в приданном что? А для иностранца это не имеет же никакого значения. Я прекрасно живу, у меня своя квартира 3-комнатная. Что вы говорите? Да. А вы как? Вы расскажите. 24 года такие квартиры. Дедушка оставил. Дедушка воспитал меня как свою дочь, так как я росла без отца. И когда он ушел, он оставил ее мне. Я не ищу успех, он находит меня сам. Вот это даже лучше. Это правда, да? И это потому, что у меня много успеха. А что тогда вы докопались до канадского хоккея? А это дело спорта, это дело спорта, это не дело. А чем они вам не угодили? Ну как же, канадская сборная по хоккею – это самый главный враг российской советской сборной, впоследствии российской сборной. Так что это вопрос спорта. То есть если он будет болеть за канадцев, вы… Нет, мы не уживемся. Придется тебе сделать ее болельщицей канадской сборной. Угу. То есть, если он будет болеть за своих, то у вас тут патриотические чувства взыграют, естественно, да? Будут. А то, что вы уедете и будете рожать детей на чужой сторонке, и дети будут автоматом иностранцы, я бы хотела, вы какая-то из середины. Тогда зачем вам иностранец? Бросьте вы, Наталья, вы морочите нам голову, мы тоже не первый год замужем. Какая вы противоречивая. Противоречивая, да, это одна из черт моего характера. Ну, много вопросов, которые решатся уже да, во время программы. И кто подойдет нашей Наталье? Ну, в первую очередь хочу сказать, что Козерог же Наташа и Сатурн, управитель знака с Солнцем, там же Меркурий и еще планеты другие. И знак, знак. Ты знак? Овен, Овен. No, знак means sign. Овен. А, какой знак? Овен. Овен. Яман. Лев. Какой знак? Лев. 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 Я козел. Козел.
Ты точно козел, точно. Но самое интересное в вашей карте, вот, так сказать, вот это противоречие, потому что Юпитер находится во Льве с белой луной, и поэтому для вас огромную роль играет действительно чужая культура в развитии, в успехе. Успех вы всегда будете получать вдали от дома и в общении с иностранцами. Реализуйтесь как личность в этом, понимаете? Поэтому надо сказать, что именно поэтому это противоречие. Для вас свет всегда вдали от дома, несмотря на этот патриотизм. Вот так. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Меня зовут Митч. Я из Канады. Принес вам маленький подарок. Знак Канады – это кленовый лист. Это кленовый сироп. И надеемся, что у нас будет сладкое будущее. Спасибо большое. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Митч, 41 год. Владелец бизнеса по деревообработке в России и Канаде. Гордится тем, что у него есть русские корни. Мечтает уединиться с возлюбленной на необитаемом острове. Признается, что пользуется гигиенической помадой. Предупреждает, что когда нервничает, стучит ногой по полу. После развода с гражданкой Канады, Митч понял, что удовлетворить все его потребности может только женщина из России. Надеется, что Наталья – его идеал. Какими судьбами в России? О, я не знаю. Вы знаете, что как бы там древние есть корни. У меня всегда был интерес прийти в Россию просто смотреть, походить, погулять, как любой другой там европейский страны. А кто были? На самом деле и бабушки, и дедушки, и родители, всем вот как бы там был русский, был, эмигрантировали где-то там 120 тому лет назад. Вот, и мы как бы там остались вот этот ну, семья, все там как бы там остались как русской, да? Ты лучший, ты лучший. Jack. Я думаю, ему 52, наверное. I've got one thing in my favor. Jack, я думаю, у вас есть лучший волос тоже. И на самом деле получается, что я как пятый по колено, вот, родители, бабушки, дедушки, все родились там, надо в Канаде. Надо сказать, что но жена... Но у меня есть чистый русский кровь, на самом деле, до сих пор. Да, жена, которая была у вас, она ведь тоже была с русскими корнями. Все то же самое, как бы, из такие там тоже линии, да, на самом деле. По любви женились? Да, конечно. Счастливы да. были? Были счастливы, да. Родили двоих детей? Да, родили двое детей. И приехали сюда, в Россию? Мы хотели, чтобы на самом деле дети тоже учились русском. Я на самом деле был там 5 лет, в общем-то, разговаривал только на русском. А потом мы ходили, ну, ходил в школу, все забыл, все потерял, да. Ой, смотрите, вот. Это ваши детки? И вот они, да, вот это мы, да, катаемся. Боже мой! У меня нет детей. Это неудобно. Сколько вы в России прожили с женой? Ну, здесь, ну, вместе. Я здесь как бы почти 12 лет, а мы вместе где-то там 8. Он очень молодой, энергичный, хороший мужик. Почему с супругой разошлись? Потому что столько вокруг русских красавиц, и все такие, почти все доступны. И зачем она здесь вам жена? Или что стало происходить в семье? Вдруг она стала вегетарианкой или не вдруг? Нет, ну на самом деле она была вегетарианка там всю жизнь, на самом деле. Вот это не был проблем на самом деле. Вот. Нет, если она это одна знал... вегетарианка, проблем нет. А если она маленьких детей ваших, да? Ну, она была очень строга к этому все, да. И даже до того, что мы женились, вот она, это было для нее очень важно. Я как бы там ходил на встречу и сказал, ну, я не против, если дети будут вегетарианцы, на самом деле все. А, вот. Поторопился. И... Вы ели мясо в другой комнате? Нет, ну я, конечно, вначале вот что-то дело, я кушал мясо, там мы все за столом сидели, кушали и так далее, все. Вот. А потом стала... некоторое время, да, она уже там сказала, что вот смотри, это там убийство, это там плохо, взяли детей, там пошли в другую комнату, когда я сидел там за столом кушать в моем собственном доме. А ваше слово как мужчины, вот, кстати, наша особенность, у нас в семье главный мужчина. Женщина не может просто так сказать, мои дети не будут есть мясо, они будут такие же вегетарианцы, малохольные, как и я. Ну, поэтому, а мужчина может сказать, нет,
так не будет, будет так, как... Здесь, в Россию, да. А везде должен быть компромисс. А я пошел на компромисс, на самом деле, и на самом деле большой компромисс. А, если дети будут кушать рыбу, это меня довольно, а я перекрачу кушать мясо. А может быть, дело не в этом вовсе? Может быть, она полюбила на стороне кого-нибудь, там, любители овощей? Сколько овощей? Вы знаете по-русски, Ама? Овощи? Я знаю помидоры, огурец. Огурец. Огурец, да. Морковки. Капуста. Капуста, я знаю. Брокколи, я знаю. Я уже, когда я все полностью там узнал, все, что надо было бы знать, я хотел уходить, потом я решил еще остаться ради детей. Я считал, что было бы правильно, если остаться ради детей, жить как семью, и так далее. А потом, спустя пару год, да, я уже понял, что на самом деле это неправильно. А на самом сейчас деле... видитесь с детьми? Вот. И дети я вижу, конечно, но они поехали обратно в Канаду, и я здесь пока остался. Вот это все. Значит, что я вижу детей тоже пару раз в год, когда я туда лечу, там, но по скайпу и так далее мы разговариваем. Она говорит по-русски хорошо. А скажите, пожалуйста, я не знаю, может, это тоже традиция, а что, в Канаде все мужчины красят губы? Красят не губы? Красят, это гигиеническая помада, чтобы они не трескались. Да, на самом деле, я это рассказывал, потому что на самом деле у меня такой привычку, да, мне нужен там и нравится там всегда там влажные губы. Я вот пользуюсь там бальзам для губ, на самом деле, я думаю, что это не совсем плохо. А только себе влажные губы или еще у партнерши должны быть? Ну, если то и другое, это еще лучше, на самом деле. Это не женственно, то, что он использует бальзам для губ? Это необычный, но если это что он хочешь, ну, я не могу сказать, это очень плохо. У вас есть 3 бонуса, но я предлагаю вам 1 бонус по отношению ко всем женихам. Традиция, потому что вас это на самом деле волнует, да? Мне кажется, это очень интересная идея. Какая у вас традиция семейная? Мы канадцы, и на самом деле мой отец очень сильно там болеет за хоккей. В общем-то, мы всегда там сидим и смотрим хоккей, когда мы вместе. И получается, что, конечно, он болеет за одну команду, я люблю болеть за другую. Но на самом деле, когда Россия и Канада играют, в общем-то, это самый... интересный, в общем-то, игру. То есть это же вот. Вообще не традиция, мы, конечно, скелет уже. Ну, я болею за Канаду, вот, но, правильно. В общем-то, поэтому иногда, но интересный тоже факт, что когда я нахожусь в Канаде, болею за Россию, а когда я в Россию, болею за Канаду. Поэтому, когда я здесь, я уже здесь 12 лет, поэтому болею за Канаду уже 12 лет. Поэтому, если что, придется там болеть за Канаду, я не знаю. А когда я сижу на этом месте, то мне нужно обязательно посмотреть на сюрприз, поэтому показывайте. Сюрприз. Стив, сегодня у тебя есть... очень красивая красная борода. Спасибо. Оранжевая. Да почему? Оранжевая. Танцевать-то не умеет. Да. Танцевать не умеет. Танцевать? Он... Я могу танцевать. Да, мне очень нравится это мужчина. Да. Прекрасный сюрприз, Митчелл. Вы очаровательны. Забирайте своего друга. И приходите, да, в комнату. Мич, просто супер было. Кристиночка, Олечка, как вам Супермен? Мне кажется, это не Наташин типаж. Почему? Ну, если бы выбор пал на британца или австралийца, тут было бы все понятно. Канада не наша страна. Это всего лишь география, девочки. Да нет, понятно, но все равно у него дети, вот, и как бы он вот уже в возрасте. Вот это уже теплее. Возраст, а вот... дети, как бы, поэтому... Ну, хотя бы я разговаривал с акцентом, но у меня есть детей. Ну что, это нарекан? Да нет, это вообще какая-то ерунда, чего они прицепились? Вот, кстати, чем отличаются иностранные женихи от наших?
Вот наш бы принес бы вам вот эту бутылочку с тремя каплями, похожую на валерьянку. И да я уже даже не стала это обсуждать. Бэтмен труса. Наш бы тихим сапом вам. Бутыль бы, пол-литра бы точно, ну, не жалко. Ну, нашему-то уже рознь, Рос, ты... Нет, если правильно подсказать, понимаешь? Ну, и так если подскажешь, принесет... он в следующий раз грамм 300 принесет к нему. Не, ну, как-то по-нашему вот. Так всегда будет. И что ваша мама скажет? А он ровесник вашей мамы? Нет, он не ровесник. А маме сколько? Мама ровно в этой же бутылочке ему передарит ядику конфискованного. Да хороший парень, послушайте, прекрасный, красивый, шикарно выглядит. Да у меня точечки его с руками оторвут просто-напросто. Ну, я хочу сказать, в первую очередь, что мечлив. Поэтому Венера во Льве и Солнце во Льве. И поэтому обойтись без театральности, без театральных ухаживаний, конечно, никак не мог. Понимаете, это обязательное явление для Льва – демонстрировать себя, свою партнершу, гордиться этим. Вот, для него это нормальное состояние. Плюс ко всему, человек, который любит поговорить, поспорить, пообщаться, вызвать на спор. То есть вопрос, ты хочешь заняться любовью или пойти погулять? Нет, кстати, вот физическая совместимость здесь есть, но единственное, что вкусы могут быть абсолютно разные. Вкусы могут быть разные, ага. Я думаю, что на самом деле это может быть так и есть. Проходите, знакомьтесь со вторым женихом. Добрый день, умница. Добрый день. Как вы поживаете? Отлично, спасибо. Как ваши дела? Хорошо, очень приятно. Меня зовут Наталья, очень приятно. Меня зовут Кейси, очень приятно. Очень приятно. Проходите. Проходите. Это маленький подарок. Кейси, 39 лет. Частный предприниматель. Развивает бизнес в Америке из России. Подрабатывает диктором-переводчиком. Мечтает накопить средства на недвижимость в Европе. Признается, что после поцелуя всегда чистит зубы и никогда не касается руками предметов общего пользования. За 3 года проживания в России Кейси так и не привык к странному поведению русских девушек. Надеется, что с Натальей он найдет общий язык. Наташенька, дай глянь, что такое? Не поверите, это проездной на метро. Какая прелесть! А ты что, себе тоже отдай, верни. Я на метро надо. Это оригинальный сюрприз, да? Да. Оригинал. Да. Подарок, подарок это. Да, хороший подарок. Я думаю, что Кейси, по-моему, интереснее, чем Митча сейчас. Кейси, поделитесь, какими странностями вас шокировали русские девушки? Другой менталитет, много красивые девушки и не очень много необычные девушки тоже. Это очень интересный опыт, когда я познакомился до русской девушки. То есть мы для вас как индейцы. Не менее экзотичны. Парень хороший, видно, но... Ну, немного лысоват. Ну, расскажите тогда на примере. У вас были отношения. Ей был 21 год, вам 35. Она сказала, она любит меня. И я думаю, я люблю она тоже. И она хочет много времени на моей квартире, спать там каждый день. И это сюрприз. Она сказала, это очень хорошо. Она любит мою квартиру. Это интересная жизнь там. И я думаю, все хорошо. Она вам предложила, что вы можете иметь еще одну женщину, а она другого мужчину. И для нее это не будет никакой проблемы. Она сказала, она любит меня, и это очень хороший секс. Но если я хочу еще одну девушку вместе, она, это неплохо. Это интересно, она сказала. Но вам и это не нужно. Я скажу, я не нужно, но потому она сказала... Потому что вы более пуританского воспитания, чем русские девушки. А мы-то насмотрелись в ваших фильмах, где все можно, где такое там показывают, что... Я думала, вот американец, чем его еще удивить?
Но кино – это кино. Я не хочу кино-отношения. Я хочу классические отношения. Они испугались, что она вот если так... она сказала, она любит меня, я думаю, она не нужна еще одного правильно, парня. Правильно, Кейси. Я... Правильно. У него харизма. Харизма. Харизма у него, да? У него, у Митча есть харизма тоже. Скажите, пожалуйста, и вы после этого пошли, проверились, не заразила ли она вас, такая свободная девушка, какой-нибудь... нехорошей болезнью. Она познакомимся вместе с другой мужчиной, когда мы познакомимся. И это сюрприз. И я думаю, это немного страшно. Ну, короче, на ее стандарты, которые она сказала, да, вот это все, она хочет там чистый, разговаривающий, в общем-то, человек. Да, да. Ну, вот, а кто это... тогда из нас двух, нет, на самом деле, правильно? Конечно, ну, вот, видите, да, считаю, у меня двое детей, ну, что-то настолько плохо, что ли? Смотрите, Кейси, у нас с вами очень много общего, лично у меня. Я патологически брезгливая. Это моя болезнь. То, что я прочитала, ваши фобии, то, что вы чистите зубы, не нажимаете на кнопку, вы мальчик против меня. У меня просто шизофрен. Я даже научилась в моем бизнесе 10 раз встречаются и все целуются. Мужчина, женщина, обязательно. Я это ненавижу. Ненавижу целоваться с родственниками, со всеми. И я научилась так выворачиваться, что когда я целуюсь, меня целуют в волосы. Потом я мою голову. Я мою руки 150 раз. У меня спиртовые салфетки. Молодец. Но это болезни. Это моя проблема. Я считаю, что это моя проблема. Это не проблема, я думаю. Нет. А после поцелуев ты зубы чистишь? Я не целуюсь. Нет, я эту проблему решила просто. Я не целуюсь. Я ненавижу это. Мало того, если я сижу с человеком, вот у меня есть коллеги, с которыми я вынуждена обедать, и я, знаешь, когда они разговаривают с полным ртом, все время... Это для меня... Я никогда рядом не сажусь, абсолютно. Я должна свою тарелку поставить так, чтобы была далеко от тех, кто сидит рядом со мной, чтобы, не дай бог, что-то такое не попало. Я мучаюсь, ну, мне это просто вот моя правда, моя большая проблема. Я думаю, я нормально, но я аккуратнее, потому что я не хочу микробы, и я не хочу грипп. И я работаю каждый день, и это потому что я не хочу большой температуры. А вы чистите зубы после поцелуя в губы? Да. На Америке дентист очень дорогой. Последний раз я там, я делал $4000 на дентист. И он сказал, каждый раз я ел. Да, и чистил. Я нужно делать... Зубная нить. Скажите, а у вас будут такие же требования к вашей женщине, если у вас все получится? Нет, она может делать, что она хочет. Это не мой mouth. I don't know how to say my mouth. Это не мой рот. Нет, послушайте, но если у них страсти, и будет не один поцелуй, а 101, он что, 101 раз после каждого поцелуя будет бежать зубы эти чистить? Нет, а если поцелую не только в губы, я имею в виду на лице, тогда что? Через салфетку. А вы за дантиста будете платить, если у нее с зубами будет проблема? Ну, конечно, потому что я думаю, это очень важно. Тогда ей придется чистить зубы, чтобы меньше платить. Но сейчас очень красивые чистые зубы. Но это у вас Венеры? Нет, это мои. Она чистит. Она молодая, ей 24 года. Я думаю, что так невозможно жить, на самом деле, с человеком такого, на самом деле. Только вот спелся, ой, опять бегал, там зубы почистили. Не, это... Даже там душ принимать там после этого все, там что-то там слишком много раз, тоже там, на самом деле, перебой. Скажите, пожалуйста, Кейси, все проблемы в международных браках, это проблема из-за разности традиций. Поэтому сегодня я хочу услышать от вас, какие традиции в вашей семье. Когда родился, моя мама хочет домой только, потому что на больнице раньше много детей с собой вместе другой мама и папа. Меняют детей. Окей, yes. И моя мама хочет... Только я домой, не другой дети. Понятно. У мамы тоже были свои тараканы. Мама боялась, что ребенка подменят в роддоме. Это ваш дом? Да, это мой дом. На Калифорнии это очень популярный
большая дома на воде. И это где мое детство. И много раз я на воде. И я не знаю. Выплывали? С лодки. Да. Это... Вот рыба сразу видно. А что, как круто? А он здесь сколько здесь живет? Долго. Дольше, чем кто? Да, долго. Дольше, чем я, конечно. Вы приготовили сюрприз? Ага, окей. Спасибо. Иду, пыкаю по Москве, я не знаю, что следующий. Поможет меня, пожалуйста. Я и тундру, и тайгу. Ну, по сравнению с тобой, вообще. Ну, я же был супермен. Ну да. Я да, же летел. Да, а? Да, да. А как это может быть лучше, не, чем это вот это, вообще, да? Ну, как не сюрприз. Я очень рад, мы здесь сегодня. И я думаю, это очень классный день. Нормально летний дождь. Иду, шагаю по Москве. И я пройти еще смогу. Соленый тихий океан. И тундру, и тайгу. Привет, Москва! Спасибо большое. Спасибо. Но извините, я учу новые слова только 3 минуты раньше. Это сложно намного. Если бы я говорила по-английски так, как вы по-русски, я бы сделала такую карьеру ослепительную. Поэтому вы говорите по-русски блестяще. Стив, я думаю, что когда я там, тебе должен переводить много. Нет, я думаю, да. Больше, чем с Кэссиум. Девочки, что вы скажете? Как вам Кейси? Мы еще не видели третьего. Он оставил очень большое впечатление, произвел очень большое впечатление на меня, я не могу сказать, что хорошее. Я, если честно, не понимаю выбор тем, которые вот он решил обсудить прямо с самого начала. И если у него были проблемы с девушками, можно было, мне кажется, как-то намного более тактично их обсудить. И... Какие зачем? А у нас программа не называется «Лясь-масяськи». У нас называется программа «Давай поженимся». Это необычный вопрос, и это потому, что я сказал что-нибудь необычное. Если это вопрос необычный, я могу... Это необычная тема. А что с ним еще делать? Только сексом и заниматься, как с итальянцем. Пускай даже не говорит ничего. Но ты все свой старушечий опыт на молодых девчонок. А что тебе... знает, что ее ждет? Ну, пусть она доживет до твоих лет. Ну, да. А вам-то понравился? Нет, Кейси? Ну, у него какой-то очень странный набор фобий. Мне не понравился. Не знаю. Мне кажется, что он не знает, что он хочет. Нет, он как раз знает. Это просто мы хотим, чтобы был американский паспорт, но русскую душу, с русской душой. Так не бывает, девочки. Вот он американец, до этого был канадец. Да, посмотрели раз. Что скажешь? На самом деле он человек довольно откровенный, открытый, правдивый. И он очень увлекающийся человек. Он быстро увлекается, но очень долго присматривается, понимаете? То есть, вот, так сказать, от момента реального увлечения до вот, принятия какого-то решения должно пройти время. И самое забавное, что чем больше ему человек нравится, тем дальше он может от него отодвигаться, понимаете? А потом, девочки, то, что для вас кажется фобией, для него это норма. Да, это правда. Норма. И вы знаете, что самое поразительное? У вас неожиданно может быть прекрасная именно физическая совместимость, но не другая. У вас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Привет, Наталья. Привет. Рад тебе познакомиться. Извините, я забыл подарок в доме. Но в следующий раз. Потом, да, в следующий раз обязательно. Мы же здесь. Хорошо. Много раз. Хорошо. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Джек, 28 лет.
преподаватель английского языка, мечтает купить недвижимость в разных уголках планеты, гордится тем, что организовал интеллектуальную игру для иностранцев, признается, что никогда не расчесывает волосы, ходит по дому в обуви и пьет воду из-под крана. Джек вступил в отношения с россиянкой, но когда понял, чем грозит ему такой союз, поспешил разорвать отношения. Надеется, что знакомство с Натальей перевернет его жизнь. Чем же она вас так напугала? Вы думали, что она вас заставит жениться после первого поцелуя? Нет, после первого, после второго. О, он классный. Вы преподаете здесь, да, в России? Я преподавал? Я преподаю английский язык и экономику тоже. Вы даете частные уроки? Да, но тоже классы тоже. И частные уроки? Да. Телефон дайте. Телефон. У меня дочке 15 лет, и она ей нужен носитель языка. Хорошо бы вы так... Хорошо, хорошо. Я буду рад. Сделать. Он немножко лучше там разговаривает, чем другой парень. Немного лучше? Ну, не знаю. Нравятся русские девушки? Ну, конечно. И чем? Все нравятся русские девушки. Чем? Что в русских девушках особенного? Чем? По-моему, они стараются взрослые. Очень рано взрослеют. Да, очень рано. И становятся раньше, самостоятельными. Да? Да. Но вам не нравится, что русские девушки рано хотят замуж выйти? У вас так не принято? Это не так в Англии. По-моему... В Англии долго живут вместе, да? Как girlfriend и boyfriend? Долго живут, может быть, 5 лет или... А потом женится, не женится, никто не знает, да? Да, да. Сколько ты можешь жить с девушкой до того, как сделаешь ей предложение? Я думаю, 3 месяца, если это правильная любовь, и, может быть, 3 года, если это не очень правильная любовь. Вы целенаправленно для женитьбы ищете русскую девушку, или это совершенно не обязательно, она может быть любой другой национальности? Мои планы... быть здесь много лет, так я думаю, что, наверное, я буду жениться русской девушке. Самые хорошие девочки здесь. А я хочу посмотреть, как вы живете в России. Привет! Я только что побежал 10 километров, как каждый день. Но сейчас мне надо принять душ. И потом я покажу квартиру. Сейчас я чувствую себя лучше. О, он чистый. Чистый, классный мужик. Добро пожаловать. Это мой спальник. This is where the magic happens. У меня очень хороший вид на Крему. Этот вечер. Я с друзьями. У меня друзья из Англии, из России, из Франции, из Азербайджана. Везде. Но тихо. Сегодня мы смотрим фильм. У меня личный кинотеатр. Hello. Ух ты, сколько там народу. Ой, ну смотри, она прям поплыла. Ага, такая, ну да. Вот. Ой, смотри, волосы, ну все. Ага, уже да, все. Да, да, все уже. Вам Наталья нравится? Да, конечно. Она очень красивая девушка. Спасибо. Угу. А что у вас дома? Квартира, дом? Есть что-нибудь? Ферма. Нет, ферма. У меня хорошая работа. Самое главное, что у вас есть удочка, а не рыбка. Вы молодой. Да. Не так а нам быть. Не надо ничего. Но я буду купить конечно, скоро. Конечно. Какие традиции в вашей семье? У меня очень странная традиция, и я думаю, что Стивен должен мне помочь.
Помогите, Стивен, что вы так покраснели? Хорошо. Рассказывайте, что я там за помню, странная традиция. У меня мой папа сделал каждый... Ну, по сути, по цвету... Каждый долг. У меня собака... домой. Что говорите? У меня собака домой и... Че собака? Дома. Он должен переводить, потому что я не знаю. Я не знаю, как это по-русски. Я соображу, я догадаюсь. Как есть, так и говорите. Это, how do I say, мокрая полотенце. И потому что у собаки есть дети, мой папа должен собрать молоко из собака. И что? Он не пьет, но... Ваш папа доил собаку? Да. Да. Я а для знаю, чего? Это по-русски. А кому это молоко предназначается потом? Продаете? Нет, это только в полотенце. А зачем тогда это нужно делать? Ну, прикольно. Но это потому что собака, how do I say she's in pain? Больно. Это больно. Сожрать что... молоко надо было, щенил. Это больно, если это... Если это просто да. Очень хорошие папы. Я не поняла, что здесь страшного такого. Очень хороший папа, который помогает собаке. Послушайте, а что же здесь стыдного ничего нет? Я думаю, что ему нравится тоже сделать. Ой, слушай, ну он жжет просто. Покажите сюрприз. Сюрприз? Ладно. Окей, сюрприз, давай, Джек. Сегодня мы приготовим Eggs Benedict, я думаю. Яйца Бенедикт. Яйца Бенедикт. И я надеюсь, что вам нравятся мои яйца. Отлично, шеф. Хорошо. Это мой самый любимый завтрак, ты это же знаешь, правильно? Да. Мы столько много раз там ходили в ресторане, там утром там... Кушай, Eggs Benedict. У меня даже видео есть. Джек, я намазываю масло. Я могу советом помочь, потому что я обожаю вот эти бенедиктин яйца. Хорошо. Да. Можете? Спасибо. Угодствую. Но я не Вы наливаете уксус, и потом что? Это здесь, да? Да. А я в это время делаю воронку. Да, я сделаю тоже. Потом... Скажите, и для того, чтобы нужно знать, давай, знаешь, что сделаем? Яйца разобьем потихоньку, не сразу сюда. Это мой такой секрет, опыт, потому что в моей семье все это едят. Давай проверим, если она на самом деле знает, как разбирается в кухне, на самом деле. Разбирается она в кухне или нет? Вроде бы она стоит, в общем-то, не знает, что делать. Намазала хлебушек, да, невеста. Да. Мы дали ответственное задание. А я... там еще колбаска, что ли, лежит? Да. Это такой типичный английский завтрак, да? Колбаску положи на хлебушек. Да, но вообще у меня жареные яйца. А вы хорошо готовите? Да, я очень люблю готовить. А для вас важно, чтобы женщина хорошо готовила или нет? Это лучше, чем ничего. Смотрите, не получилось ничего, но у вас бы еще хуже было, конечно. Я не сомневаюсь. Вот теперь можно уже выкладывать. Раз. А еще знаете, как можно сделать? Опс. И вот так очень красиво, да. И сексуально, да? По-моему, растекается так же. Да. Посмотри. Все. Вы хотите вечно тоже? Нет. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Да, хорошая задумка. Молодец, Джек, я скажу. Спасибо, парни. Проходите в свою комнату. Скоро узнаете, кого Наташа... выбери. Кристина и Ольга. Молодой, красивый, перспективный. Да. Ну, мне кажется, что берем британца. Молодец, Джек, молодец. Friend. Очень хорошо. Очень круто, очень круто. Очень круто. Да, очень круто. Мне Джек понравился.
Более того, я ему очень рекомендую. Джек, вот вы мечтаете приобрести недвижимость в России, Италии, во Франции? Женитесь на наших русских. Быстрее этого дойдете до цели. Мы такие добрые. У нас вам трехкомнатная. Она, думаю, не будет возражать, поменять где-нибудь. Ну, я не знаю, на однокомнатную, может быть, там, в Италии и так далее. Пока будем ждать, когда вы недвижимость приобретете, состаримся. Я могу выбрать розу или нет? Можно выбрать розу, пожалуйста. И потом он очень приятный. Вот я находилась рядом с ним. Он вежливый, он хорошо, но он англичанин в хорошем смысле слова. Вот, поэтому надо брать. Прекрасный парень. Что скажет? Ну, а для меня это, конечно, астрологический объект. В первую очередь. Поэтому должна сказать, что Джек, конечно, козерог, как и вы, но очень чувствительный. Она козел тоже? Она козел. Вы козлы. Два козла. Здесь Луна в огненном знаке, но с Сатурном и Меркурий рядом. Поэтому это и умение общаться, и желание говорить, и душевная открытость, и в меру сдержанность. При этом потому, что Сатурн удерживает то, что вам нравится. Вот так я бы сказала. Только единственное, хочу вас предостеречь, имейте в виду, что замуж вы выйдете не скоро. И в такой сытной жизни вы ее тоже вряд ли увидите. Я думаю, что она не выбирает этот человек. Я думаю. Почему ты сделала такой вывод? Ну, потому что Джек еще не готов вообще. Вот если вы действительно замуж хотите, я бы его лучше за Митча. Он уже адаптированный, нормальный, хоть завтра готов это. Если правильно глазами постреляете, правильно себя поведете. Если неправильно поведете, я вас научу. Все, завтра будете замужем. За иностранца будете в Канаду летать, в общем-то. Хороший мужчина будет любить вас ласково, по всей видимости. А с Джеком, ну, тусуйте дальше, если вам нравится. Я знаю, Митч очень хороший, Джек хороший тоже. И она очень счастлива, потому что много хороший человек здесь сегодня. Джек прекрасный парень, но я как-то пока вас не монтирую. В вас нет той самой простоты, ну вот, которая мне, например, всегда очень манка и очень приятна. Вот если бы то же самое с вашим образованием, с вашим, не знаю, с вашими стремлениями, с вашими амбициями, ну чуть-чуть бы попроще, больше девчонкости какой-то вот у вас, да? Мне бы, вот как сидит парень с юмором, смешной. Образованный, взрослый, британец. Вы как какие-то девчонки, напыщенность, вот это вот вдруг лясь-масясь какая-то. Не понимаю. Может быть, вы найдете общий язык. Конечно, Джек, но там посмотрим. Говоря о трех претендентах, скажу, что Митч может открыть новые горизонты для вас. С Кейси может быть неожиданно интересный секс, понимаете? А что касается Джека, про интересный согласна. В ванной, чтобы не отходя прямо от этой зубной щетки. Что касается Джека, это, конечно, лучшее предложение, но будьте внимательны, он очень осторожен. И умрете от ревности. Я не очень ревнивый человек. Давайте посмотрим видео «Привет» из рубрики «У нас есть пара». Ну, пока вы думаете. Даша очень выделялась на съемках, когда она вышла в последнюю очередь. Когда она пришла на сцену и обошла меня сзади, да, я, в принципе, наверное, почти сразу понял, но она должна была очень сильно накосячиться, чтобы я ее не выбрал после этого момента. Когда я первый раз видела Роджера, мне показалось, что это очень-очень харизматичный и талантливый молодой человек. При этом меня очень зацепило то, что, несмотря на то, что ему 32 года, он остается очень непосредственным, очень живым. Что мы гуляем? Нам надо найти тихо. Хватит! Огромное спасибо передаче за такую замечательную девушку, о которой я мечтал, и за такой отличный подарок. Спасибо большое. В
Вот еще одна интернациональная пара. Проходите, удачи. В любом случае мы вас поддержим. Я предлагаю всем выйти и поддержать Наталью. Встаем, девочки, встаем. Привет. Привет. У нас есть пара Наталья и Джек. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи.